Професійне свято Кулпера кореспондентів, телевізійників, усіх, хто щодня інформує громадян про актуальні новини. Протягом багатьох років, за доброю традицією, журналістів на початку червня вітає почесний громадянин міста Одеси і Одеської області, лідер Української морської партії Сергій Ківалов. Вручення нагород, цінних подарунків, спілкування в неформальній атмосфері. Бадьорий настрій під час спілкування був гарантований абсолютно кожному. Хочу пожелать им самое главное, чтобы они были здоровы, чтобы они были востребованы, чтобы в каждом доме всегда была удача, там была любовь, благополучие, счастье. С праздником вас, дорогие друзья, с Днем журналистики. Это принцип постоянства, это то, что нам не хватает от нашей местной власти. Как бы то ни было, журналистов надо уважать за их повседневный труд, тем более после такого коронавируса, который у нас прошел. Сегодня, да, мы встретимся, видим своих коллег-журналистов. Принцип постоянства Сергея Васильевича последуется во многих направлениях. То, что он делает, я хотел бы сказать, что то, что создано ним за эти десятилетия, остается в городе, они не уезжают за рубеж. Это, наверное, главное достижение. Какая бы конъюнктура политическая ни была, какая бы власть ни присутствовала в нашей стране, общение с журналистами – это постоянная незыблемая вещь для Сергея Васильевича. И очень приятно, что о нашем профессиональном празднике люди помнят, люди оценивают нашу работу и даже награждают. Спасибо большое. Сучасна журналістика – це історія не тільки про оперативність і об'єктивність. Це вміння комунікувати, це нові знайомства і можливості. Наші колеги завжди з радістю і теплом згадують приємні моменти в професії і ніколи не шкодують про свій вибір. 15 лет журналистики, из них большую часть жизни я работаю на телеканале «Репортер». И большую часть жизни я благодарен тем обстоятельствам, которые свели меня с этой командой, с этими ребятами, с вами, коллеги. Потому что ту стезю, на которую я стал в 2005 году, а если быть точнее, в конце 2004, она ведет меня по жизни. Я с радостью принимаю любые вызовы от этой профессии. Это очень здорово, это действительно очень приятно, то, что ценится эта работа, а профессия это интересная, но достаточно сложная. И знаете, вот если взять мою работу в правоохранительной системе, взять работу журналиста, то в принципе опасность, оперативность – это наше общее. Я в принципе мечтала быть журналистом и хотела быть юристом. И у меня получилось совместить. Это важно, и особенно меня радует то, что независимо от того, там пишем мы хорошо или плохо, нас считают за журналистов и приглашают нас на эти встречи, они системные, нам приятно, что наш труд уважают, и поэтому за это большое спасибо. Цього року одеська журналістика відзначає своєрідний ювілей. 200 років тому у нашому місті вийшла перша газета. Одеська юридична академія має безпосереднє відношення до свята журналістів. Адже 7 років тому на базі вишу був створений факультет журналістики. Наразі його випускники працюють в регіональних, всеукраїнських та міжнародних медіа. Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко регулярно відвідує університет і спілкується зі студентами, майбутніми журналістами. В юракадемію двічі приїздив генеральний секретар Європейської федерації журналістів Рікардо Гут'єрес, який зустрічався зі студентами, викладачами та практикуючими журналістами. Я без преувеличения хочу сказать, нет ни одного издания здесь у нас, в Одессе во всяком случае, не говоря в целом по Украине, чтобы не работали наши или студенты, или наши выпускники. Я очень горд, что о них хорошая слава, о них хорошо говорят, что готовят профессионалов. Если посмотреть на проекты, то у нас работают наши выпускники, занимаются журналистским расследованием, занимаются аналитикой, занимаются ток-шоу, занимаются блогингом, СММ, продвижением и так далее. Я вижу, что 90% выпускников себе реализовали специальности. Я буквально на протяжении этого месяца писала резюме, отобрали заявки наших двух студентов. Одна поступает в лондонскую школу на социальные коммуникации. Это вторая магическая программа. А вторая наша студентка подала сейчас на стипендию Фулбрайта. И мне именно прислали письмо, чтобы я подтвердила, что это наша студентка, и дала резюме. В этом году мы опять победили первые места на конкурсе научных работ по журналистике. Это наши места. То, что в этом году мы реализуем проекты опять с Управлением Верховного комиссара, и мы подавали наши исследования, мы тоже выиграли. И в этом году у нас новый партнер, это ЕНСИ, это международная восточноевропейская сеть образования на протяжении всей жизни, и мы вошли как партнер.
Керівники одеських медіа також відзначили умови, у яких готують молодих журналістів. Сучасна матеріальна база, кращі викладачі та практикуючі спеціалісти сприяють якісному вихованню порядних та відповідальних професіоналів. Это заметно. Заметно нам, как руководителям компании, потому что приходят молодые кадры, приходят пополнения. Мы стали отмечать, что если раньше это были какие-то очень такие приблизительные знания о профессии, теперь они становятся более практичными. Сергей Васильевич всегда, по-моему, самым каким-то особым образом относится к журналистам. Это я знаю по тому вниманию, которое Сергей Васильевич оказывает журналистам в первую очередь в нуждах и в проблемах, что вот за какой-то юридической помощью, поддержкой. Ініціатор святкової зустрічі Сергій Ківалов підкреслює, хороший журналіст формує громадську думку. Гострий репортаж, злободенна стаття можуть викликати величезний резонанс, вплинути на перебіг різних процесів у суспільстві. Таких людей треба цінувати і поважати. Свято продовжилось концертною програмою, яку підготували талановиті студенти Центру культури Одеської юридичної академії.